Дорогие друзья, сегодня проведу эксперимент. Мне просто стало интересно, какую мощность покажут вот эти два прибора. Один из них это данный прибор Suricom 102 SV, SW102. И второй прибор это вот такой вот китайский генератор 3 в 1, который измеряет частоту, является генератором, и также он меряет еще и мощность. Ну вот в данном случае при сегодняшнем, скажем так, сравнении померяем частоту, как они определяют. Ну, я могу сразу сказать, частоту они, в принципе, определяют одинаково хорошо. А вот по измерению мощности это будет интересно будет сравнить, какой как показывает. В генераторе в данном приборе нагрузка стоит внутри, на радиаторе прикручена она. В этом приборе, в Suricom, будем использовать нагрузки 50 Ом. Есть с комплекта вот это, и есть отдельно приобретенная 50-омная нагрузка. От прибора Nano VNA, вот этого вот H4 с его комплектом. Ну, для измерения у нас в качестве подопытного будет использована рация Quansheng UVK58 сразу с заводской прошивкой, ну, скажем так, с завода, то есть без всяких дополнительных вмешательств. Поэтому сейчас начнем сначала с генератора, подключим к нему и посмотрим, что он нам покажет. Это пока убираем в сторону и распакуем. Так, радиостанция есть. За основу возьмем частоту 434-250. Есть 434-250. Подключаем к генератору. У нас установлено шумоподавление Squelch. Мы ставим на единичку. Мощность стоит high. Смотрим на генератор. 434-250. Мощность 4,67, 4,65. В общем, плавает. 4,62. Ну, в общем, зафиксируем как 4,62 мощность. Это то, что нам показал генератор 3 в 1. Сейчас переключим на Suricom. Так, вот такая конструкция получилась. То есть радиостанция, Suricom, переходник и нагрузка 50-омная. Мощность у нас будет небольшая, поэтому сейчас мы все проверим. И нам эта 50-омная нагрузка, скажем так, не сгорит, нормально все с ней будет. Включаем прибор. И опять-таки... полная мощность, high 434-250, частота, нажимаем кнопку PTT. Так, мы видим мощность 4,5, 4, даже 46, тоже начинает потихоньку падать. Вата, частоту показывает 434-250, то есть в принципе все хорошо. В отличие в том, что разница в показании мощности примерно
в 0,2. Поэтому, скажем так, какой именно из приборов немножко врет, тяжело сказать. Нет возможности сделать сравнение с каким-то эталонным прибором, который бы показывал более точную мощность. Но, в принципе, довольно-таки неплохо. Ну, давайте ради интереса, раз уже на... Включен сейчас у нас Суриком, сейчас поставим на рации. Вот у нас low. То есть, ну, вот такая вот у нас мощность, видите, 3,34. Это на low. Среднюю мощность ставим. Среднюю мощность. Вот стоит. Вы видите. На средней мощности 378. Сейчас тогда открутим это все и попробуем маленькую среднюю мощность померим на генераторе. Что нам генератор расскажет? Так, ну вот я подключил, давайте проверим показания на генераторе. Ставим low, вот обратите внимание, на радиостанции стоит low, вот. И меряем низкую мощность. На низкой мощности на генераторе показывает 3,76, ну, 3,75-3,76. И ставим среднюю мощность. М стоит, видите, медиум. На средней мощности генератор показывает 4,11 ватт, 4,10. То есть вот то, что я и хотел убедиться в том, что есть погрешность в показаниях между генератором и Суриком измерения мощности. Кто из них показывает неправильную мощность, я не знаю. Вот я же уж хотелось как-то уточнить по поводу того, что кто из них врет. Для этого я решил сделать такой эксперимент, а дальше уже буду разбираться, кому больше верить. То ли генератору 3 в 1, то ли Суриком SW-102. Так что, дорогие друзья, на этом я коротенькое видео заканчиваю. Мирного неба. Всем пока.